Михаила Сагдана. Русская народная сказка. Добрый поп. Жил-был поп. Нанял он себе работника. Привел его домой. Ну, работник, слушай хорошенько. Я тебя не оставлю. Пожил работник с неделю. Настал синокос. Ну, свет, говорит поп. Переночуем благополучно. Дождемся утра и пойдем завтра косить сено. Хорошо, батюшка. Дождались они утра. Встали рано. Поп и говорит попадье: давай-ка нам, мать, завтракать, мы пойдем на поле косить сено. Попадья накрыл на стол, сели они вдвоем и позавтракали плотно. Тут поп и говорит работнику: давай сразу пообедаем и будем косить до самого полника, без роздыха. Как вам угодно, батюшка, пожалуй, и пообедаем. Подавай, мать, на стол обедать, приказал поп жене. Она подала им и обедать. Они по ложке, по другой хлебнули и сыты. Поп говорит работнику: давай, свет, за одним столом и пополничаем, и будем косить до самого ужина. Как вам угодно, батюшка. Полничать так полничать. Попадья подала на стол полдник. Они опять хлебнули по ложке, по другой и сыты. А может, говорит поп работнику, заодно и поужинаем? А заночуем на поле. Завтра раньше на работу поспеем. Давайте, батюшка. Попадья подала им ужинать. Они хлебнули раз, два и встали из-за стола. Работник схватил свой армяк и собирается вон. Куда ты, свет? Спрашивает поп. Как куда? Сами вы, батюшка, знаете, что после ужина надо спать ложиться. А работа подождет. Пошел в сарай и поспал до рассвета. С тех пор перестал поп угощать работника за один раз завтраком, обедом, полдником и ужином.